Слушайте, ну первый раз в моей практике я вижу, как молодые смотрят на друг на друга с таким, такой неутолимой жаждой. Надо поаплодировать, надо. Сейчас. Все, спасибо. Вы знаете, хотелось бы немножечко подытожить этот танец тем, что сейчас на этот... А можно свет? Можно свет? Вообще, вы знаете, очень важно подобрать правильный зал, потому что знаешь, какой уют у тебя есть среди друзей. Зал шикарный, согласны? Сегодня он шикарный, можно ему похлопать, особенно обслуживающему персоналу. Молодцы, я сыт, В общем, это означает, что ты наелся. Я сейчас хотел бы, пользуясь тем, что они на танцполе, пригласить, как бы правильно, вот, наверное, вот сюда, вот так в линейку и вот сюда друзей Саши, друзей жениха, вот сюда, на эту сторону.